Ребят, всем привет. Ну вот сегодня приобрел я двух рыб, которых довольно долго искал. У нас вообще в Риге их практически нет, потому что никто не хочет содержать таких монстров. Это промысловые гурами. Ну вот, хотя говорят, надо, наверное, по одной держать. Но в моем объеме, я думаю, они потеряются. Не будут так часто встречаться, боев не будет. Как у некоторых жили, там в 200-литровом постоянно были бои и тому подобное. Ну, я думаю, тут должно быть все нормально, тем более я хотел, эта рыба растет. Ну, огромных размеров, под 50 сантиметров и 60 я видел. Вообще их выращивают и используют в пищу, но я, конечно, не для этого. То есть, я бы мог завести большую стаю, но нет, это семейные рыбки для дома, для красоты. Вот один, наверное, чуть побольше, один поменьше. В Риге привезли мне из Литвы под заказ. Потому что в один магазин зашел, во второй, в третий, спросил, нет, сказали, то что смысл держать, растет эта рыба очень быстро, размеров достигает огромных, и в наших-то в аквариумных рядах, в Латвии у кого там до тонны, там 10 человек, у кого больше тонны, практически можно на пальцах пересчитать, но никто не хочет содержать таких. Но я для своего объема этих я собираюсь оставить и потом. То есть не так, что на какое-то время, на долгое время. Если, как говорится, скалярии и все остальные, может, нагуанцев парочку мне оставить, решили правильно выбрать, когда сформируется теляпию, выбрать, конечно, самых крупных. Но эти планируются навсегда, так как я планировал изначально, когда только строил аквариум. Как всегда, стараюсь все видео привлекать детей к этому делу. Сегодня будет опять выпускать сын, так как дочка у бабушки. Ну вот сейчас подойдет выпустить Тима. Стандартная процедура. Зовем ребенка. Ребенок у нас залезает на стул. Аккуратно только, давай язык. Бочком. Вот, убирает ключик. Подготовили мы тоже правильно, чтобы выпускать. Ключик мы нагибаем. И видите, с каким лицом он делает, старается. Мультики не смотрит, больше занимается с аквариумом. Сказала. Надо открыть. Кого открыть? Ну давай пакетик. Попробуем. Ну а где он? Не открыт, смотри. Ну возьми за кончик пакетик, ну и поднимай. Оп. Пакетик положи сюда. Все, спасибо. Ну, сразу видим. Гурами сразу поплыли. То, что какие-то кусочки водоросли или чего, мне это вообще не волнует. Все это попадет в самп, в шахту. Сразу же механик, все чистится, все идеально. Так же самое, часик я подготавливал. Но первый, кто знакомится, это постоянно мангуанцы. Ну, свет, конечно, ужасный, реально смотришь. Удручающий свет. Слава Богу, скоро поменяю. Будет красивый и мощный. И благодаря, опять же подчеркиваю, благодаря вам, благодаря вашим советам. Нужным советам. Вам прямо очень интересуется кто-то. Очень интересуется. Похоже, эта рыбка изначально на гурами. Сейчас, наверное, сантиметров 7. Ну, наверное, под 10 она. И вон вторая плавает. Я думаю, что очень скоро они освоятся, потому что все рыбки выжили, все живут. Вроде уже все наладилось, ну или близко к этому. Тем более, как эти рыбки неприхотливые. Вот видим, плавают с две промысловые гурами. На следующей неделе, наверное, свет поменяем и... Близко будет, близко к идеалу. Немножко сам придет, я покажу, как и на новые наполнители.
Все, ребят, не буду всех мучить длинными видео. Так, покажу уже общий вид. Такой рыбы, конечно, не смотрит эти скалярии. Качество видео, конечно, вроде качество хорошее, но свет в аквариуме реально плохой получается. Ну, неинтересные видео, может быть, неинтересные в виде рыб, чтобы толком не посмотреть. А так уже довольно интересно. Все, ребят, не буду всех мучить. Всем спасибо за просмотры. Всем спасибо за советы и рекомендации. Все, ребят, всем пока.